Имя – Владимир Владимиров. Отчество – Владимирович. День рождения – 14 октября 1975 года. Место рождения – Георгиевск, Ставропольский край. Рост – 175 сантиметров. Знак зодиака – Весы. Восточный гороскоп – Кролик. Карьера – Политик. Родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевск Ставропольского края. Затем родителей по распределению отправили на Камчатку, где они разошлись, и Владимир вернулся вместе с матерью в Ставропольский край, в город Буденновск. Бабушка по материнской линии, кухарка в столовой Камаяка, а дед работал на разных специальностях. Предки Владимира Владимирова – терские казаки. Образование. 1992 год, средняя школа в городе Буденновск. Там же учебно-производственный комбинат по специальности повар-кулинар третьего разряда. 1997 год, Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов. 2006 год, Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Трудовая деятельность. Параллельно учебе в университете работал на Ставроле непростым рабочим до 1996 года, когда завод закрыли. В период получения образования Владимиров также работал продавцом, грузчиком, ремонтировал квартиры. С 1997 года начальник установки подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления «Ватьёга-нефть» предприятия «Когылымнефтегаз», входящего в структуру ООО «Лукойл», Западная Сибирь, в Ханты-Мансийском автономном округе. На производствах «Когылымнефтегаз» работал до 2005 года. В 2001-2002 годах начальник цеха подготовки и перекачки нефти на ГР «Дружбанефть». В 2002 году заместитель главного инженера по подготовке и перекачке нефти, начальник отдела подготовки нефти НГР «Пафнефть». В 2002-2005 годах заместитель начальника отдела подготовки нефти, заместитель главного инженера по подготовке нефти, начальник отдела предприятия «Когылымнефтегаз». В 2005-2007 годах директор по маркетингу и стратегии, затем генеральный директор общества ООО «Георгиевск». В 2007-2009 годах директор технического департамента, затем заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Верхнеченскнефтегаз». С 2009 года по 2010 год занимал руководящие должности в филиале «Муравленковскнефть» ООО «Газпромнефть» на «Абрисснефтегаз». В марте 2010 года избран депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по Муравленковскому одномандатному округу. В апреле 2010 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назначил Владимирова на пост первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В его сферу входили вопросы экономического развития, использования природных ресурсов, работы топливно-энергетического комплекса. В 2010 году вступил в партию «Единая Россия». С мая 2011 года секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» в Янао. В апреле 2010 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назначил Владимирова на пост первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В его сферу входили вопросы экономического развития, использования природных ресурсов, работы топливно-энергетического комплекса. В 2010 году вступил в партию «Единая Россия». С мая 2011 года секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» в Янао, губернатор Ставропольского края. 27 сентября 2013 года назначен исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края вместо Валерия Зеленкова. В октябре 2014 года возглавил краевое правительство. В марте 2014 года Владимиров попал под санкции Евросоюза. В единый день голосования 14 сентября 2014 года был избран губернатором Ставропольского края на 5 лет.
27 сентября 2014 года прошла инаугурация в городе Ставрополь. Руководил ликвидацией мощного паводка, который в мае 2017 года накрыл 13 районов Ставропольского края. С 7 апреля по 10 ноября 2015 года и с 28 января по 2 августа 2019 года член Президиума Государственного Совета Российской Федерации. По данным исследования ВЦИОМ, рейтинг Владимира Владимирова на апрель 2019 года составляет 46%, а показатель его электорального потенциала – 65%. Владимиров был выдвинут от Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» на новые выборы, которые прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 19 июля 2019 года Владимиров зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Ставропольского края. 8 сентября 2019 года в единый день голосования переизбран губернатором Ставропольского края на ближайшие 5 лет. Владимирова поддержали 79,65% жителей Ставропольского края. Вступил в должность 27 сентября 2019 года. 1 ноября 2019 года на конференции Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» избран секретарем регионального отделения партии. Заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко отметил, что Ставропольское отделение – одно из лучших в стране. 16 марта 2020 года Владимиров возглавил Краевой координационный совет по противодействию коронавирусу. Используя свои социальные сети, глава региона ежедневно рассказывает жителям края последнюю оперативную информацию. 21 декабря 2020 года Владимиров был назначен членом Государственного совета Российской Федерации. Семья. Кыновья Владимир, Николай и Иван. Дочь Мария, младшая. Жена Наталья, родом из Иркутска, род 1982, руководит общественным проектом «Время Ставрополья». Награды. Почетная медаль за заслуги в деле защиты детей России, февраль 2015 года. Медаль за возвращение Крыма, май 2015 года. Взгляды. Позиция Владимирова по поводу сбора денег в школу. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!